Приветствую тебя, дорогой мой друг. Вы на канале Мола-Мола. Как же все это глупо, что-то делать, снимая на камеру, что-то говорить. Почему нет обратной связи? Почему обратная связь приходит с опозданием на несколько дней, недель? Почему ломается система? Всем удачного дня! Почему фонарь светит? Почему молоко подорожало? Почему забор стоит, а не падает? Кто его держит? Почему он не может уйти? Можно говорить бесконечно, и никто тебе не может помешать. Однозначно сложно. Все имеет какой-то смысл. Плохо, правильно. В мире слишком много иллюзий. Почему эта дощечка лежит здесь? Возможно, она как прошла какой-либо путь. Долгий, мучительный. Можно ли сказать, что ее трогали 5 раз или 10? Почему она не против, что я ее могу коснуться несколько раз? Я могу ее трогать хоть целый день. Но чего я добьюсь этим? Ничего. Она ничего не значит. Почему, трогая мышку на компьютере, я могу заработать? Это сложно. Все можно сделать иначе. Не нужно отвечать на эти вопросы. Они не имеют никакого, можно сказать, подтекста. Все это шуточные вопросы. Я не имею к этому сценарию никакого смысла. Семен, ты что мне написал вообще? Почему я должен это читать?